это ультраженственность и дерзость. Такая современная женщина с собственной подачей, с собственным мировоззрением. В центре аромата бордовая роза с оттенком фиалки. То есть вот этот вот момент, ну, для себя отметьте, не просто роза, а которая роза пахнет фиалкой. То есть... Что-что? Фиалка входит, да. Но дело в том, что есть фиалка и рис добавляется как конкретно компонент, а это именно роза, которая, ну, вот пахнет, обладает этим ярко выраженным фиалковым звучанием и роза бордо. Цветочный кожаный. То есть помимо фиалки в шлейфе доминирует нота кожи. Вот. Олень. Очень. Главное, олень. Да, оленья кожа, кедр, малина. Но мы же не знаем, как пахнет олень. Подождите. Листья черные смородины, личи. Кстати, бесподобный аромат. Вот осень и зима, вот холодная весна, это время. Но я вам скажу, по поводу нот, это всегда очень интересно. Поставщики частично, конечно, передают нам информацию, какие ноты входят. Всегда предупреждают, что выдают нам всего там десятую часть того, что по-настоящему входит в аромат, это мы знаем. Вот. Иногда ингредиенты меня ставят в тупик. Я читаю, осознаю, перевожу, не верю тому, что написано, перевожу, ну, проверяю перевод, например. А потом пытаюсь понять, как же это может быть. То есть на самом деле оленья кожа — это еще не самый такой интересный вариант. Бывают иногда такие варианты, которые, вот насколько много мне попадает каких-то ингредиентов, я даже не представляю себе, что это. Что это? Морская вода, которая встречается только в Северном море. Зачем ее, конечно, в аромат, ну, вот, использовать аромат хорошо? Забавно. Нам, мне кажется, нам не хватит. Еще? Девчата, да, передавайте.